Всем привет, поговорим о пиве. Ну или точнее, сегодня мы поговорим о сидре. Сегодня у меня на обзоре Jack Daniel's Tennessee Cider. Этот сидр варят в Великобритании, объем бутылочки 0,33, крепость его 5,5, стоимость 2 евро 35 евроцентов. Почему у меня на обзоре сегодня сидр? Если честно, я еще и сам толком не понимаю. Зашел я в специализированный пивной магазин и увидел там на полочке бутылку Jack Daniel's. И она такая, форма у нее вроде бы как очень похожа на пивную. И я подумал, что это пиво от Jack Daniel's, что-то новое, короче. Ну, думаю, возьму, попробую. Взял я эту бутылочку, присмотрелся, почитал, оказывается, это сидр. Ну, так как она у меня оказалась в руках, и сидр я тоже иногда употребляю, мне ради любопытства очень как бы захотелось ее купить и попробовать. Скажу честно, я еще не пробовал этот сидр. Это одна бутылочка, единственное, что я купил. И, если честно, я не знаю, понравится он мне или нет. Как пишут на официальном сайте, что это сидр, смешанный типа с премиумным, очень хорошим, короче, виски. С виски Jack Daniel. Не знаю, как там технология приготовления толком происходит. Я не вникал. Но вкус этого сидра мы сегодня обязательно попробуем и узнаем. Выглядит он обычно, как обыкновенный сидр, ничего особенного, обычный такой прозрачный винный белого вина цвет, но мне кажется, он немножко такой желтоватый, чем обычный сидр. Мне кажется, здесь больше такого соломенного желтого цвета. Я не знаю, уместно ли здесь говорить о пене. Я думаю, не совсем, здесь, наверное, уместнее говорить только о аромате и о вкусе. Аромат очень приятный и очень-очень яблочный. Ничего такого резкого в нос не бьет. Есть такие сидры, что вот нюхаешь его, он пахнет яблоком, прям таким химическим яблоком, как будто бы добавили туда химический такой ароматизатор яблока, и он прям очень сильно прям режет в нос. Этот нет, этот такой, как яблочный сок. Если принюхаться, ощущаются такие немножко коньячные какие-то нотки. Как коньячные, как виски, бренди. Но, скорее всего, этот аромат алкоголя, это, скорее всего, тот самый виски, который добавляют сюда. Да, очень ощущается хорошо аромат виски и немножко яблочко. И больше ничего лишнего абсолютно нет. Не чувствуется какого-то аромата спирта там, алкоголя, крепости. Вот чувствуется вот. Пахнет виски, немножко карамели и яблоко. Давайте пробовать его. В общем, это очень нетрадиционный сидр. Я бы сказал, что он похож на сидр, только тем, что у него вкус яблока, он газированный и что-то напоминает как бы вино. Чувствуется немножко какой-то такой виноград. И очень хорошо и отчетливо с самого начала пригубления ощущаются такие нотки виски. Такое впечатление, что вы разбавили малое количество виски с большим количеством сока. Тут очень хорошо ощущаются нотки, сами нотки, аромат самого виски и сидра. Пьется он довольно легко, но вот этот привкус виски немножко, он немножко так приостанавливает вас выпить этот сидр залпом и как бы заставляет вас немножко растянуть удовольствие. Мне очень нравится, что аромат абсолютно идентичен как бы со вкусом. В аромате чувствуется немножко виски и немножко сидра. И когда вы его пьете, вы также ощущаете немножко виски, немножко сидра. И больше абсолютно ничего лишнего. Никакого там кусающих пузырьков за язык. Никакого-то там водяного после вкусия. Никакой горечи нет. Вы чувствуете только то, что написано на бутылке. То есть Jack Daniel's, виски. Премиумный, как бы, качественный и сидр. Все. Вы больше никаких посторонних, отвратительных невкусностей вы не ощущаете. Могу со 100% уверенностью сказать, что этот сидр мне понравился. И со 100% уверенностью могу вам его посоветовать попробовать. Даже не посоветовать, порекомендовать. Потому что он действительно необычный. Он очень не похож на остальные сидры, его уникальный вкус – это присутствие виски в сидре. И это довольно-таки неплохо как бы сочетается и
украшает напиток под названием сидр. Ну а у меня на сегодня все. Кому понравился мой обзор, подписываемся, ставим лайк, не забываем нажимать на колокольчик. Пьем хорошее пиво, пьем хороший сидр. Увидимся в следующих выпусках. Пока!